Хей, йоу, гайс, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием... Ой, аж горле запершило. Hollow King. Короче, что мы делаем? Мы с вами выбираемся нафиг отсюда. Как я понял, что теперь нам нужно как-то попасть на самом деле на выход. Именно выход-выход, самый выход. И у нас это, получается, будет заключительная серия, если вдруг что... Если вдруг что, если серия будет очень длинной, я ее обрежу. Именно в этом моменте, как мы отсюда с вами выбираемся. Ну, чтобы, знаете, так много времени не тратить. Почему бы и нет. Финальная битва. Интересно, аж как она у нас получится. Насколько она будет у нас жесткая. Нужно будет, если так, поменять некоторые камни. А если быть точнее, то мне нужно сменить на чистый урон, если ну, там же босс будет, по сути. О, ништяк. Так, мы парнишку разблокировали. Так, а где у нас ближайший транспорт? Ближайший транспорт. В принципе, можно пойти наверх. Либо быстро на звуковой скорости доехать. Нет, нихера. Куда не поеду. Полетели. О, так я могу мелочь мелкую и так убивать. В режиме полета. Поев. В канализацию упал. Ой, Евчина. А, полетели дальше. Полетели дальше. Так, у меня 2000 жизняков. 2000 жизняков, 2000 жизняков, полетели. Так, ну в принципе мы добрались. Так. Грязмут. Хотя нет, подождите. Есть там лавочка поблизости где-то? Нету. Нету, да. Поэтому отправляемся в Грязмут. Через Грязмут мы там сохранимся на лавочке, отдохнем. И уж потом пойдем с вами грохать главгада. Ну, нужно не забыть будет поставить себе это. Эмблемочку. Венчурана. Так, это снимаем. Урон ставим. Все. Вниз. И погнали херячить вражину. Так, ты же с этой стороны? Да, с этой. Храм находится с этой стороны. Так, ну, в принципе, мы все, да, с вами сделали? А ну. А-а-а, глаз божий. Устройство настроено с существами великой силы. Ярко светит при победе над могучим врагом. Ну, это херня, короче, это просто челленджи, считайте. Куча челленджи, битва с боссами, тоже челленджи, все такое. Это, да, я не смогу доказать и ничего сделать. Окей, так уж и быть. Отправляемся. Я восхищена, маленький призрак. Ты взял на себя непосильную задачу, но до сих пор не пал духом. Сломать печать грязящих, задача для многих невыполнима, но ты принял свою внутреннюю пустоту и тем самым доказал, что ты есть нечто выдающееся.
Ой, блин. Так. Ты со мной пойдешь? Путь открыт, так или иначе, это конец своего пути. Я пойду с тобой. То место создано для подобных тебе. Шагни, я в... Шагни, я внутри. Эти печати ищут меня. Не удивляйся, я не стану рисковать своей жизнью в твоей битве. Но если предстоит возможность, помогу, чем смогу. Окей. Это жопа, да? Блядь, финальный босс. Отдохнуть. Сосуд хоть сдержать... Так. Сосуд хоть сдержать, ты знаешь мир состояния, Холнес вновь будет един. Так, принцип завершения можно смотреть в вещах. А, процент завершения можно смотреть в вещах. А, завершено 104%, народ. Мы прошли с вами игру на 104%. Ништяк, отлично. Ну, давайте тогда. Пойдемте. Так сказать, херячиться. Давайте сейчас будем его атаки смотреть. Полый рыцарь. Атака, 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 атака. Воу, воу, воу. Так, лучи света. Что это? Что это? Воу, 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 воу. Пулеметчик. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, пулеметчик херов. Да ё-моё! Гету, сделай это! Сделай это, сделай это! И? Бросить вызов кому? Бляй! Это и настоящий финальный босс! Лучезарность. Фух, поехали, блядь. Вау, 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 вау.
Что это за херь? Давай, давай, хилься, 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 хилься. Как вы это представляете? Как вы это представляете? О, черт. Но она хотя бы меня это восстанавливает. Но замечу, что ее здесь почему-то нету. Поехали. Не, в принципе. Блин, ну это жестко. Сказать по правде. И что, ты думаешь, я тебя атакую? Ай. Ой-ой-ой. Да не буду я тебя атаковать. Вот черт. Тихо-тихо-тихо, пока он сам себя убивает. Пока он с пулемета херячит. Да ё-моё! А! Давай, давай, тыкай себя, тыкай. Давай, 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 я сделаю это, я сделаю эту. Финальная битва, финальный босс. Поехали. Да ёлки. Вы издеваетесь? Так, а вот здесь нужно подумать немного. Потому что, знаете как выходит? Как обычно, что я не атакую. Что моя последняя вот эта способность не работает. Тогда что мы делаем? Раз. Раз, раз, раз. И давайте поставим неуязвимость. А, тоже не могу поставить. Споры, не вариант. Ну и тебя, допустим. Споры и тебе. Блин.
Все, отлично, отлично, отлично. Поехали. Лучезарность, я иду за тобой. Блин, пипец. Где, где? Так, отлично. Фаза хорошо идет. Фаза идет хорошо. Отмена. Ай-яй-яй-яй, тьма. Тихо. Призраки со мной идут. Вау. X-атака. Садамадзе, ё-моё. Типа тьма все сначала поглотила. Теперь она типа уходит. Она что, в девку вошла? Это вся тьма. Сила, вот это да, мрак. Или чума. А мы с вами умерли. Погибли. Это все типа духи, которые, да, у нас оставались там, под землей. Они тоже начинают все исчезать. Скорее всего, они типа освободились, они получили покой. Как, ну, как я понял из этой сценки. Типа они получили покой и, да, покинули этот мир. Грёз больше нет. Игра студия Team Cherry. Ну что, давайте теперь поговорим. В принципе, финальный босс, вот это, да, лучезарность. Он ничто, на самом деле, вот если по правде говорить, он ничто, если сравнивать его и вот этого главного кошмар. Типа, мега-кошмар, которого-то убивал я. Пусть знает сколько попыток. Здесь я сколько один раз только сдох. Со второй попыткой я сразу закончил. Потому что я уже, знаете, мысленно натренился на том.
Это просто было... Вот тот босс был жесткий, вот, на самом деле. Там даже нельзя было... Ну как, там были какие-то моменты, когда я мог отрегениться. Там просто не было момента именно передохнуть, там он каждую атаку херячил. Я не знаю, попыток 20 чем-то потратил, чтобы его грохнуть. И тоже на психах, потому что у меня жопа горела, потому что одну ошибку допустил, все, тебе идет, ты идешь просто в минус, в минус. Но... Ладно, если говорить о самой игре. Игра, я лично считаю классной, шедевральной, да, типа смесь Dark Souls того же, просто в 2D. Лично мне игра понравилась, типа, знаете, своей антуражностью, вот это, своими картиночками, да, там все такое, ну, типа, красивая графика, такое атмосферное немножко. Есть сюжетные линии, несколько линий, там у каждого героя, типа, прописаны диалоги, все есть, все нормально. Особенно мне понравилась эта музыка. Есть, кажется, две музыки, которые я себе в ВК даже добавил. Это грим с боссом этим, блять, которого у меня жопа плавала. Еще какая-то тема, я не помню. Тоже с битвой каким-то боссом. Просто мне очень понравилось. Там получается, как не виолончель, но как что-то скрипка, да, вот что-то и все равно и орган идет. Вот такой вот. Вот классная именно музыка была. Так, отдельная благодарность 221.58 бакеров и кикистатору. И к кикстатеру. Ну короче, наши поздравления. Вы совершили великий подвиг, вы не сделали ни... И наконец победили. А, вы не сдавались и наконец победили. Надеюсь, вам понравилось в мире полого рыцаря. До скорой встречи, нажмите любую кнопку для продолжения. Сложность, если брать, ну да, вот эти амулеты, да, вот это амнистиция, короче, так сказать. Тоже немножко такой есть... прикол, их можно объединять, амулеты, то есть комбинировать, какая-то там механика есть у них тоже, все такое. Есть встроенные достижения. Если брать, допустим, управление, да? По управлению, извините, если ставить по управлению, допустим, по пятибалльной, да, вот системе, я бы поставил где-то 4.5, вот так где-то. Потому что именно управлять было легко, у ворота делать прыжки. Ну почему не 5? Потому что проблемы с вот этим двойным прыжком, типа, ты нажимаешь, он бывает либо не срабатывает, либо очень поздно срабатывает. Ну, это не из-за того, что игра могла лагать. За протяжение всей прохождения у меня игра 0 лагов. Прохождение. Игра пройдена. Процент 104%, время 31 час 38 минут и 0,7 секунд. Вы понимаете, да? Мы с вами играли, считайте, ну если кругли, да, вот так все взять, 32 часа. Вопрос, какая игруля, да, платформерная, может также вот заинтересовать? Допустим, мне было интересно вот в нее играть. Да, там были какие-то моменты, что я путался в карте. Да, это пускай, ладно, тоже. Минус 30, ладно, этих минут. Минус час 30, окей. Пускай игра будет на 30 часов. Но она прикольная. Боссы, разновидности боссов. Окей, давайте возьмем так. Много разновидностей у нас врагов. Есть у нас бестиарий, где описываются враги у нас, да, все такое. Есть NPC, с которым мы можем взаимодействовать как пассивный NPC, так и активный NPC, который нам продают какой-то товар, либо что-то еще того. Боссы. Боссы здесь отдельная тема. У каждого, типа, от, ну как сказать, допустим, та же канализация, да, вот там личинка вот огромная. Получается, к каждой локации относится свой же босс. У боссов, если просто, да, брать просто босса, там просто несколько атак, все такое, да, это было бы так себе. Но фазы. У каждого почти босса были вторые, там, третьи, четвертые фазы. Допустим, та же лучезарность. Если так посмотреть, там было, получается, первая фаза это обычная, да, как он атакует, потом из пола появляются вот эти штыки, это вторая фаза. Третья фаза, как я понял, это когда с двух сторон на шипы появляются. Третья фаза, когда мы дрались на платформах с ним.
Так. Это 4 уже. А, он еще нас фаерболами кидал. Стоять, это уже 5 фаз. Или нет? Ну, короче, 4. 5. И финальное, это когда мы залазили под платформе, чтобы его грохнуть до конца. То есть, вы понимаете масштабность вот это. Разновидность атак. Тот же даже вот брать полуфинального босса, да? Не лучезарность, а вообще. А, да, ребят. Я ж в итоге собирал души, чтобы закончить на хорошую концовку. По идее, это хорошая концовка. Плохая концовка, это было бы просто убить ту же того черного, да, которого мы били. Потом девчонка вот появилась. Если бы мы его просто убили, мы заняли его место, да и все. На этом бы игра закончилась. Мы бы стали новым темным правителем. Ну а так, чисто концовочка. Да, типа, мы не завершили несколько там квестов. Я не беру сразу дополнение последнее, вот это, богоискательница, потому что оно... Это просто челленджи, согласитесь. Да, там есть новые боссы, согласен. Тот же... Те же вот копейщики, по сути, вот эти два брата. Мы с ними... Ну, одного, ладно, я одолел. Не полностью, потому что он потом встал. Два этих брата, потом там продавец. Вот тот, который их научил, мастер, да, есть, по идее. Потом мужик еще был с этим. С кистью. Или это он и был? А, нет, подождите, мужик с кистью был. Он нас и третьему научил. И еще, по идее, я помню, я смотрел по Википедии. Там должен вот этот Нокс быть, да, вот тот, который типа мимика. Летающий. Потом должен быть еще... Типа, которого мы сейчас убили, да, вот этого, типа, обычный мужик. Типа, полого рыцаря. Только такой, только должен быть еще чистый. И мега-мега-супер лучезарность. Как-то так. Ну что? А, да. Отбросили же DLC. Мы не закончили с вами сюжетку, это связано со цветком. Мы цветок так... Режим стального... Я почему-то нету, или что это за квадратик? Души открыт. Без тени, без возрождения. Одна жизнь на всю игру. Высшие испытания. Нажмите любую кнопку. Короче, здесь, да, это... я уже не буду это, потому что уже для мазохистов настоящих. Раздох. Начинай заново. С цветком мы не закончили. Вау, тема поменялась. Нихера себе. Стоять дополнительно. Пустота. Так, у нас есть классический, да, режим? Ну, тема, окей. Скрытые грезы, мрачные трупа, живокровь, богоискательница и пустота. Мы получили с вами пустоту, ребята. Вау. А ну, как оно выглядит? Кайф. Достижения, да, если так посмотреть, в принципе, скрытых. Соберите все осколки масок. А, ну это... Соберите все черепа сосуды. Это достижение скрыто. Скрыто. Да, допустим, вот пренебреженность, да? Оставить Зота умирать. Зота умирать, это когда он, мы его в первый раз встретили, когда мы его спасли, типа, можно сказать, даже так. А Джука, которого уж жрал. Ну, короче, достижения есть, разновидности, да, дофига вот. Быстрое прохождение, пройдите, завершите игру на 100% за 20 часов. Пфф. И много скрытых. Так, а стоять, что за самое последнее? Чистое прохождение, пройдите и завершите игру на 112. Это долго и мучительно, начать игру. Ну да, это все, в принципе. Ну что, поэтому, ребята, как-то так. Считайте, мы с вами закончили 3 DLC еще плюс с самой игрой без богоискательницы. Да. Если ставить по 5-бальной системе самой игре, я бы поставил 4 где-то 7 в сумме. 4-7. Потому что очень тяжело вот это ходить, вот это искать, я путался.
Ну ладно, уже как раз время пришло к концу, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем удачи, друзья! До новых прохождений других игр, поэтому всем пока!